они за маршала и генерала. Петр был и маршалом, и адмиралом. То есть и генералом, и адмиралом. И ни одного звания себе просто так не присудил. Он их все завоевал в бою. Поэтому есть такая сказка и поверье, что подержишься и будешь как Петр. Что касается самого изображения, это опять книга, это опять письмо. Рак, это дата. Это знак зодиака, это 25-27 июня. Рак, это июнь, 25-27 июня. 25-27 июня 1709 года, это даже Алтай. Это опять наша победа. Об этом волнуем, об этом